Здравствуйте. Трейлу меняем пружины, амортизаторы, вон они там все. Вот. Короче, вот так это делаю в одно лицо в гараже. Не очень удобно, не все откручивается, но как бы все у нас есть, Бог нам в помощь, мы справимся. Вот. Значит, пока вот так это выглядит. Хотел снять видео, потому что в переписках во всяких спрашивают номер. Вот я его попытался очистил. Как бы так снять, чтобы было видно. Вот сверху еле-еле видно буковки GM. Вот, сфокусировался. А потом вот такие вот буквы. Это Каяба. 52-043-967-HD-1340. Каяба. Вот это вот то, что было на нем родное. Это то, что встанет. Вот опять сфокусировался. Это что, то, что встанет на его место. Вот. Вот и вся разница. Ну, по испытаниям потом запишу что-нибудь. Ощущения свои. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. Пока.